Водитель едва не сгорел заживо в разбившейся машине. Серьезная авария случилась ночью на Уралмаше. Автомобиль вылетел на обочину, врезался в дерево и загорелся. Рулевой выжил лишь потому, что вылетел из салона через лобовое стекло. По информации инспектора, водителя увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Он серьезно пострадал при падении. Вероятнее всего, из-за собственного лихачества. Очевидцы рассказывают, что по проспекту Космонавтов автомобиль ехал, значительно превышая разрешенную скорость. На одном из поворотов мужчина не справился с управлением. От удара в машине начался пожар. Впрочем, его удалось быстро потушить прибывшим на место огнеборцам. Однако салон и двигатель выгорели полностью. Никто из прохожих не пострадал.